Итак, приветствую вас, дорогие друзья, приветствую подписчики на мой канал, с вами Мустафа Муртазаев, и сейчас я расскажу, как подать заявку на подключение к партнерке AIR. Если вы хотите подключить свой YouTube-канал, то на вашем YouTube-канале должно быть минимум 100 подписчиков и минимум 3000 просмотров. То есть 3000 просмотров – это всего, не в месяц, а всего. Значит, у меня в ВКонтакте есть группа, называется «Зарабатывай на Ютубе, партнерка YouTube AIR». Далее здесь есть реферальная ссылка, то есть подать заявку на AIR. После чего сразу напомню, что подключены к партнерке AIR такие популярные каналы, как «Розетка», «ЮА», «Грамматика ТВ» – это информационные каналы, «Эспрессо ТВ», «Магнолия ТВ», интернет-магазин «Ава.ком.ua». То есть множество популярных каналов подключены к партнерке AIR, так как партнерка AIR уже проверена. Скажем так, я проверен на личном опыте, поэтому лично советую, рекомендую вам партнерку AIR. Далее, то есть вы копируете реферальную ссылку, например, вот так, и вставляете ее в адресную строку. То есть вот сюда. Далее нажимаете Enter. После чего вы попадаете на сайт AIR. И здесь есть, если у вашего YouTube канала более 3000 просмотров и вы планируете развивать его, заполните форму ниже. То есть заполняйте форму. Например, Иван. Имя, фамилия Иванов. Далее здесь дату. Сначала вводите дату, после чего вводите месяц и год. Здесь вводите почту. Желательно Gmail почту, если же нету ее, то вводите, какая есть почта. Далее здесь вводите Skype, не буду вводить сейчас. Здесь мобильный телефон. Далее здесь есть свой YouTube канал, как проверить свой YouTube канал, то есть название канала. Есть кто меняет свои каналы, то есть название, а у кого-то есть родная ссылка YouTube. То есть, чтобы проверить свою ссылку вашего YouTube канала, нажимаете на название вашего канала мышкой, и у вас здесь в адресной строке уже отображается ваша ссылка канала. Берете, копируете ее и вставляете ее сюда. Количество подписчиков. Чтобы проверить количество ваших подписчиков, нажимаете. Заходите на ваш канал, нажимаете менеджер видео. Затем нажимаете панель управления. И здесь у вас уже отображаются подписчики. Берете, копируете и вставляете. Далее количество просмотров. Да? Количество просмотров у нас здесь рядом. Тоже берем, копируем. И вставляем. Далее, есть ли у вас страйки или жалобы на ваши видео, проверить можно в настройках аккаунта. То есть если у вас на вашем YouTube канале жалобы, страйки, то есть если кто-то пожаловался на, то есть авторское право либо еще какие-то, либо YouTube, чтобы проверить вашу репутацию. Если у вас страйки либо жалобы какие-то, нажимаете, то есть, например, заходите, то есть в ваш канал, то есть Мустафа Муртаза, нажимаете менеджер видео, затем нажимаете канал, и там уже будет у вас отображаться, то есть репутация либо жалобы. То есть если у вас нету, то, конечно, если вы помните, нажимаете нет. Если да, пишите как есть да. Например, нет. И каким образом вы узнали о нашей партнерской программе? Друзья, сразу скажу, не спешите. Здесь очень важно AIR именно ставит акцент на это. Если вы просто пропустили, либо то есть ничего не написали, то, соответственно, вы идете уже под основную, то есть под AIR. Но, то есть если вы ничего не указали, то есть у меня были уже такие ситуации, обязательно надо указать, кто вам порекомендовал. То есть если вы узнали, например, от меня лично, то есть я вам лично посоветовал, вы пишете как Мустафы Муртазаева, либо если вы узнали, ну, случайно попали на мое видео по YouTube, да,
и вы знаете, то есть я представился, вы знаете, кто, от кого вы узнаете, то есть пишите от Мустафы Муртазаева, например, да, то есть если от кого-то чужого, то пишите как есть. Поэтому обязательно указывайте, кто вам порекомендовал. Поэтому я сразу вам это говорю. Например, пишите порекомендовал Мустафа Муртазаев. Далее, то есть после чего, как вы все заполнили, обязательно проверьте. Если у вас ошибки, если нету, значит нажимаете «Отправить». После чего, как вы нажмете «Отправить», у вас здесь снизу будет отображено письмо. То есть ваша заявка будет обработана, то есть в течение 2 суток. Если ваш канал соответствует, то вам АИР пришлет письмо на почту, на ту почту, которую вы указали при заявке. Поэтому смотрите, проверяйте, периодически заходите, проверяйте. Если вы заполняли будние дни, например, в понедельник, во вторник, ну, либо там в понедельник заполнили, то во вторник, возможно, придет, либо в среду. Ну, если вы заполнили в пятницу, то уже придет в понедельник, так как в субботу-воскресенье АИР, по идее, не работает. Поэтому, друзья, старайтесь заполнять будни, либо заполните в пятницу. То есть без разницы, это уже на ваше усмотрение. Если не хотите ждать, то, скажем так, заполняйте в будни. Поэтому вот так. Также здесь есть, сразу напомню, здесь есть реферальная, трехуровневая реферальная система. То есть если вы подключаете каналы, то вы какой-то процент уже зарабатываете с этих каналов. То есть сначала АИР берет какой-то процент, например, с канала. И то, что взял АИР какой-то процент, с этого процента вы уже зарабатываете. Поняли, да, суть? Вот. Ну, после того, как вам АИР примет вас, то есть ваш канал, вам придет письмо, то есть сначала придет просто ознакомление, а после чего придет уже, там они пишут, что через сутки, кажется, если я не ошибаюсь, приходит уже приглашение. Обычно приглашение приходит, я вам сразу покажу, где оно бывает. Оно бывает, вот, зашли вы, значит, на свой канал, и вот здесь вот, где фотография или аватарка, да, нажимаете на нее, и вот здесь нажимаете на творческую студию. Нажмите на творческую студию, и вот тут здесь я где-то, здесь написано там АИР, то есть вам дает приглашение, да, и нажимаете подтверждаете, и после чего уже там у вас будет уже техническое подключение, то есть они вам подсказку дадут, по этой подсказке вы уже подключаетесь в дальнейшем, то есть там галочки ставите, потом монетизация и так далее. Вот, в принципе, на этом все, друзья. Если это видео было для вас полезным, ставим мне нравится, подписываемся на мой канал. Всем пока, друзья. До новых встреч.